Привет, друг, с тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И дождались и я, и вы, и все-таки этот день настал. Мы будем сегодня открывать эксклюзивный кейс. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Собственно, этот ролик был записан еще 30 июня. Офигеть, последний день первого месяца лета так быстро пробежал, это капец. Просто пацаны, максимально F в комментариях. Просто отдадим максимально F лету в комментариях, почему он так быстро бежит, вот. Пришел я такой сегодня на аукцион, такой еще там с улицы, еще не понял, что это надо запись врубить. И тут сразу X выпадает. Но перед тем, как я вставлю эту вырезку, и вы посмотрите, что же мне выпало с него, и дали мне его вообще открыть. Я хотел сказать, что на этом сервере у меня свой есть промокод, который находится в описании ролика. Если вы еще не играли на этом сервере, тогда при регистрации вводите именно мой промокод и получите 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Как видите, Даркуша, стат 1337 и Денис, всем вам большой-большой привет, уже ввели этот промокод. Вводи и ты, присоединяйся ко мне. Ну, на этом все, я не буду вас задерживать, и мы начинаем. Пиздец. Я ж, блядь, сказал, не лезь. Если хочешь открывать, так надо было сразу приходить, пиздец. Ну пиздец, я только приехал, блядь, домой, чё ты такой? Нахуеть, а блядь. Два месяца ждёт вот эту хуйню. Пидор, блядь, я еще бабки не снял, блядь, хуша ебаная. Только не дай бог фантом, не дай бог фантом. А это же не он говорил про... Бля, опять Гимера? Еба. Ну такое. Да так. Строго полицейский, это офигеть. Плохо, или это Порш? Офигеть. Но он похож на Порш, я забыл как его. Тайкан. Это я нормально, домой залетел. Чего? А ты посмотри, может, еще и на что? Да нет, в том шторе посмотрел. Интересно, что за номер, бля. Что за говно? Ран. Вот реально ран отсюда. Ему! Вот это двери открываются. Чекай. Ебануться. Говно, там сигналы, вот это все. А что по внутрянке? Да не, говно, серьезно. Три раза была это. Два раза Гимера подряд была. Хотя на тебя она похожа на Порш, нахуй это надо. На говно, реально. Я хотел Чирон. Группа долбоебов, понятно, блядь. Комары перекупа, блядь. А, они, она четырехместная, чё? Нет. Не, ну моделька. Не? Ну, разор попробуй. Я тоже думал, что он. Подожди, как багажник вот это все открыть? Чё по зеркалам, алё? Она чисто, блядь, сковой выпала. Чисто говно вообще. Бля, я Чирон хотел, ебать. Она три раза подряд выпала. Да ты в плюсе заебал. Ну я в плюсе, но я хотел побольше плюс. Был бы еще здесь номер какой-то красивый. Ага. Так-то говно, оно вообще некрасивое. Но едет. Хоть она и стоковая, но едет. У нее выхлоп прикольный, нет, когда включаешь, заебись. Жалко, нитро нет. Не опускается. Мне тоже не опускается. Оно только звук есть, а оно не опускается. Ясно. Фальш получается. Поезда. Бля, мне кажется, ее в следующих обновлениях заменят просто. Да. Говно, на нем да никто не ездит. Согласен. Короче, пацаны, вот такая вот Гимера мне выпала. Все, что не хорошо, это как открываются двери, вот так прям. Сколько там газовых амортизаторов, ну да, чтобы эту дверь. Просто держать, это капец. От первого лица что здесь есть? А, флажки вон прикольные. На сиденьях, на ковшах, карбон, все карбон, вот это все. Ну, как бы, может и в жизни это для коллекционера какого-то прикольная тачка, так понимаю. Хотя нет, выхлопные трубы сверху. Я думал, она на пол электрическая, но хз. Короче, открыть вот этот капот, вот это все нереально. Ну, как нереально. Может, и реально, я просто не нашел как. Ни в помощи, ни кто мне написал. А, вот. Ой, додик, а. Так, вот, открыли багажник. Что здесь? Ну, багажник, да, и мотор. Мотор, конечно, не видно какой, ну ладно. А спереди можно также типа, капот открыть? Или не? Или это только багажник? А, я понял. Мне номер засветится вообще здесь или нет? Ну, дверь очень широкая, прям, очень. Все, в принципе, ее плюсы закончились. Потому что она такая себе вообще. Давайте сейчас поедем, хотя бы посмотрим, что по тюнингу. Но все равно интересно, по весам. А, весов нет, да? Понимаю, это максимально недооцененная просто тачка. А, что у меня есть? Полицейский сигнал и стробоскопы. Офигенно. Можно сейчас попытаться еще выставить объявление, может что клюнет на нее. Давайте так и сделаем.
продам Кониксек Гемеру. Цена дорогая. Ну как дорогая? 1,1 кака. Почти сток. Срочно. А ну Ешку дернем или нет? Ешку не дернули. Не дернули Ешку? Давай, 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 Гемера, давай, давай, давай. Давай. Ну. Ешка уходит просто в точку. Приехали мы, собственно, в автосалон. Сейчас добавим немножечко информативности в данный ролик. Посмотрим, сколько она вообще едет на сотом и какой у нее расход топлива. Вот это все. Какой у него бак, вернее. Нормально запарковали, все равно будем БУ сливать, похуй вообще. Никто не пишет. Собственно, это пятая тачка. Здесь средний расход топлива. 50 литров бак, вообще ни о чем. На челике сотка. И 480 она едет. Тоже вообще ни о чем. Собственно, прямой дорогой она сейчас полетит в утиль. Вот так. Все, она в утиле, ладно, шучу. Собственно, мы прилетели. И будем сливать это говно на БУ. Потому что никто не пишет, никому она не интересна. Так, вот так, да? Вот, да. Лям 50, 750. А, штрафы, окей. Просто никому. Вот я надеялся на Чарон. Вот реально, потому что два раза передо мной, ну, в двух разных днях, выпадала эта Гемера пацану. Я думаю, ну, блин, ну, третий раз Гемера, типа, выпасть, ну, такое. Наверное, выпадет Фантом. Вот я боялся, что Фантом выпадет. Ну, выпала Гемера. Конечно, это в сотку плюс, типа, как бы ушел. Но все равно хотелось, блин, Чарон. Хотя бы в обычный. А если выпал бы еще этот СС, я вообще был бы в шоке. Так, слишком дорого. В смысле дорого? Нормально. Все, сливаем. Где-то я ровно сотку заработал. О, еще одно говно стоит. О, стоит. Лям 227. Давай 225. Но я продавал за лям 100, никто не написал. Вряд ли кто-то еще с БУ за лям 227 возьмет. Ну капец, как вряд ли. Или возьмет. Не знаю. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Открыли мы наконец-то эксклюзивный кейс. Не то, что я хотел, выпало вообще не то. Но и на этом спасибо. Ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Напишите в комментариях, открывали ли вы вообще когда-то экс. Или по классике, давайте, если вы увидели себя, отмечайтесь в комментариях. Ну, с тобой был Эван. А, какой? Про подписку обязательно не забываем. Ведь здесь очень выходит много интересного контента. Вот, и колокольчик, чтобы смотреть всегда первыми. Ну все, теперь был с тобой Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.